Ох, пятерошницы мои, привет. Привет, мои дорогие. Добрый вечер, девочки, добрый вечер. Добро пожаловать всем. Сегодняшний эфир у нас будет, как всегда, особенный и уникальный. Кстати, кто угадал, что у меня хранится в мешочке? Там, конечно же, были карты. Я вам расскажу две истории, которые со мной приключились вчера. Две смешные истории. Ой, три смешные истории. Сегодня я полезла за батарейкой для пульта. У меня батарейка разрядилась. И мне на голову вот так, бабах, выпали новые карты. Так что я их тоже заряжу. И скоро будем работать с вами по этим картам, они на самом деле очень крутые, необычные, такие прям, там есть и плюсы, и минусы. Кто хочет онлайн-разбор, пишите, хочу совет психолога, вы можете мне позвонить прямо в эфир, мы с вами будем разбирать вопросы. Сегодня я предлагаю использовать метод семейных расстановок. Мы посмотрим, что было с папой, что было с мамой в детстве, и загрузим в вас нужные установки. В то же время я буду использовать карты как психологический инструмент. Это не метафорические карты, это не гадальные карты, это не карты Таро, не карты Ленорман, пожалуйста, не путайте. Это карты как психологический инструмент, который используется для сонастройки с вами, для того, чтобы в максимально короткий срок я могла войти с вами в коммуникацию и дать вам наиболее правильный, нужный для вас совет, потому что у нас нет часа, как на обычной консультации, где я могу допрашивать вас, расспрашивать и приходить к какому-то нужному выводу. Здесь нужно быстро действовать, лаконично, и у нас нет времени на долгий разбор. Кто хочет, пишите «хочу совет психолога», мы с вами выходим онлайн, у меня есть такая фишечка, вы можете не показывать своего лица, если вы стесняетесь, вы можете поставить телефон камерой вверх на стол, и вашего лица не будет видно, мы просто с вами будем общаться, ну вот так, вы будете слышать мой голос, а я буду с вами разговаривать. Итак, кто меня видит первый раз, поставьте, пожалуйста, единичку. Кто видит не первый раз, поставьте 100. Как меня слышно, как меня видно? Дорогие, слышно ли меня? Да, живые эфиры лучше. Чем что? Красавица, привет, я буду работать, но пропускать не хочу. Обожаю эфиры вживую. А, все, поняла. Ну да, конечно, я же с вами напрямую общаюсь. Это обмен энергией, это передачу вам определенных знаний, значит, какой-то силы, а знания — это всегда силы, и кто попал, эти знания получать не может, особенно если не было посвящения, поэтому так. Что сегодня будет, да? Давайте, кто меня видит первый раз, поставьте единичку. Что сегодня будет? Сегодня, ну, я вам расскажу несколько сейчас информационных объявлений. Аккаунт в Ютубе мой открытый. Он для вашей пользы, им не пренебрегайте, там более 150 видео с прямыми эфирами на 150 тем в открытом доступе. Заходите, в поиске пишите Наиля Бирарова, обязательно подписывайтесь и ловите пользу. Например, вас интересует тема обид, вы прям так и записали, Бирарова обиды, и вам выходят прямые эфиры с моего аккаунта, которые на тему обид, или вам необходимо проработать самооценку, так и пишите, Бирарова самооценка. В Ютубе очень хорошие видеоответы, то есть попробуйте воспользоваться этим инструментом для начала прокачки себя, это очень хороший инструмент. Кто хочет ко мне онлайн на разбор, на консультацию, пишите «хочу совет психолога». Как всегда, забыла вам сказать, зажигаем свечу изобилия, кто дома и у кого есть возможность зажечь свечу. Во имя мира, во имя света, во имя любви. Эта свеча будет заряжаться той информацией, которую мы сегодня будем с вами оглашать вслух. Также на Ютубе есть проработка травм жертвы, травм контролера. Там есть работа с чувствами, с эмоциями. То есть очень хороший канал. Еще кому интересно, я могу вас добавить в свой закрытый чат в WhatsApp.
Там анонсы, полезные ссылочки, какие-то мероприятия, списки фильмов, книг. В общем, кому интересно, пишите мне в директ, я вас добавлю. Добавляю туда не всех, ну, только адекватных, чтобы потом не было проблем. Еще к вам большая просьба, друзья, пожалуйста, пролайкайте мои 4-5 последних постов для поднятия охватов, для энергообмена, но для особо благодарных, пожалуйста, оставьте комментарии, если нечего писать, ну просто напишите какие-то смайлики, оставьте, для меня это очень важно, чтобы немножко аккаунт процветал и развивался, это действительно очень важно, можете оставить любой смайлик или несколько смайликов, я буду вам очень благодарна. И еще, для служения миру, для служения нашей планеты, для служения Вселенной, для того, чтобы в вашу жизнь тоже приходилось, делитесь этим прямым эфиром со своими подписчиками, друзьями, подружками. Вдруг кто-то находится в минуте отчаяния, вдруг у кого-то душа болит, вдруг кто-то замкнулся в себе и находится в большой своей боли. И ему бабах, вот этот эфир придет, и может быть у него произойдут какие-то инсайты, какие-то открытия благодаря вам. Благодаря вам. Понимаете, о чем я говорю? То есть, если есть возможность с кем-то поделиться, и вы знаете, что кому-то это будет полезно, не жалейте, делитесь этим эфиром, чтобы как можно больше сердец прямо сегодня засветилось для нашей планеты. Итак, что сегодня будет? Мы поработаем с картами оракулов. Что такое карты? Мне вчера мой супруг Давид говорит: девочки, кто хочет разбор онлайн, онлайн-консультацию, чтобы вы понимали, у меня консультация стоит 10 тысяч рублей. В прямых эфирах я вас разбираю безоплатно. Для меня это тоже как волонтерское служение Вселенной. Вы уходите со мной в эфир онлайн, и я вам рассказываю ответы на ваши вопросы и рассказываю, в каком направлении вам двигаться. Вот вчера мне Давид говорит: знаешь, ты давай еще эти карты, 1-2 эфира, и все, заканчивай, закругляйся. Я говорю, почему? Ну, вообще, карты, что карты? Ты же не гадалка. Я говорю, а ты вообще знаешь, что это за карты? Ну, что карты и карты, что мне там знать? Вот вы понимаете стереотипное мышление? То есть, люди заходят, наверное, не мои люди, думают, ой, карты, какая-то гадалка, и выходят. Я вам объясняю. В психологии есть направление, которое называется арт-терапия. В арт-терапии применяются и рисунки, и созидательная визуализация и позитивные настрои. То есть арт-терапия – это все, что связано с левым полушарием, с правым полушарием. Есть метафорические карты. Метафорические карты работают с ассоциациями. То есть мы садимся, я вам достаю картинки, и вы говорите, что это для вас значит. Но для этого нужно время, для этого нужен час, чтобы я из вас вытаскивала ваши ассоциации. С чем у вас ассоциируется там корова и дерево, которые вышли на этой карте? А почему корова грустная? А почему дерево такое? А что для тебя это дерево, да? Это та же самая работа психологическая, просто здесь карты мне уже сами дают определенные подсказки. И для того, чтобы не тратить время сонастраиваться с вами и из вас вытаскивать какую-то ассоциацию, я обращаюсь к картам ангелов. Вот эти у меня карты богинь, есть у меня карты света, есть все их я заряжаю и инициирую в рейки для того, чтобы информация шла не от меня, а через меня, через канал рейки. То есть я являюсь всего лишь проводником. Также я имею право и могу сделать вам загрузку на нужную установку, то есть интеграцию в ваше подсознание той установки, которая вам нужна. Еще раз повторяю, все это безоплатно. И для особенно смелых мы можем начать прямо сейчас. У меня есть список ваших вопросов. Тут 80 вопросов, которые вы мне прислали в директ, которые я успела записать на бумажке, потому что остальные вопросы я просто физически не успела дальше там идти, перелистывать и переписывать. На эти вопросы я тоже буду постепенно отвечать онлайн. Смотрите, оракулы – это проводники высшей силы, это прорицатели, жрецы, это те, кто обладают информацией и провидением. Мы к ним обращаемся и спрашиваем с них определенную информацию, нужную именно тому человеку, с кем я в данный момент общаюсь. То есть, если я вошла в поле какого-то человека, я у него спрашиваю, какая у него проблема, какой у него вопрос, мы с ним разговариваем, в этот момент я тасую карты, вытаскиваю нужную богиню. Эта богиня мне дает определенную информацию, созвучную этой душе, этому человеку.
Понимаете, да? Я, кстати, против гаданий ничего не имею, с большим уважением отношусь вообще к любому труду, мне нет разницы. Но все-таки стереотипное мышление из своей головы нужно убирать. Ну и если кого-то это прямо отпугивает, и для кого-то это стресс, страх, ну значит, вот так. Просто пусть карты вас не смущают, это не гадальные карты, это психологический инструмент, который я использую в работе просто для быстрого доступа к информации о вас. И карты на самом деле очень отзываются, вы можете посмотреть мои предыдущие 2-3 эфира, где просто такая сонастройка была, что люди балдели, насколько четкий может быть ответ и насколько четкий может быть результат, совет там и... работа за буквально 5-7 минут. То есть наши расклады длятся, ну, до 10 минут. Я стараюсь за эфир посмотреть нескольких людей и сделать консультацию, хотя бы, ну, мини-экспресс-консультацию, чтобы у человека было направление, вектор, куда ему двигаться дальше. Это очень важно. Сегодня я хотела поработать с вами с системными расстановками, семейными расстановками. Что это такое? Это когда... любой ваш вопрос и запрос связан с настройками в прошлом предками вашего рода. Например, если у женщины не ладятся отношения с мужчинами, то нужно смотреть папу. Если не ладятся отношения в реализации, на работе, как женщины, женственности, то нужно смотреть маму. И так далее, да, смотрим... на предков рода, у кого что и как там было, опять же, через карты, через инструмент, через ту информацию, которая нам дается. И благодаря этому мы можем загружать нужные нам установки в ваше подсознание. Это очень хороший инструмент, и им нужно пользоваться, потому что, ну, не каждый может, во-первых, это прочитать, во-вторых, это увидеть, и в-третьих, это загрузить. То есть мало того, что вам нужно услышать меня, вам еще нужно услышать подсказку от самих карт. То есть это такая же терапия, и эти сонастройки, они просто вытягиваются из вас и даются вам как вектор, как направление движения. Если есть вопросы, пишите. Кто хочет ко мне на онлайн-разбор, пишите. Хочу совет психолога. Карты вам помогут прояснить какую-то ситуацию, ответить на конкретный вопрос. Я вообще к ним отношусь как к наставнику, как к личному другу, очень бережно. Если у меня есть какой-то нерешенный вопрос, я всегда стараюсь его проработать с помощью карт и понять, в каком направлении мне двигаться. И самое главное, что именно мне отработать, что проработать, в чем плюсы, в чем минусы. То есть любой вопрос, который я задам. Кстати, можем сегодня, давайте попробуем, если будет какой-то вопрос, мы можем посмотреть... в чем плюс этого вопроса, да, в какой сфере этот вопрос работает на вас, и в чем минус этого вопроса, то есть что вам нужно проработать, то есть вот так, чему вас учит этот вопрос, и какую пользу он вам несет. Давайте так попробуем, будем сегодня по две карты доставать, вчера я брала одну, попробуем по две. Если есть вопросы, пишите, кто хочет ко мне на онлайн-разбор, карту, пишите, хочу совет психолога. Телефон можно положить на стол камерой вверх, и своего лица можно не показывать. Так что вот, я плохая девочка, я пользуюсь картами, потому что я ведьма. Бррр. Страшно? Просто у нас нет часа, как на консультации, поэтому хочется быстро, доступно вам помочь, не сидеть там по 40 минут, не разбираться, а что сказал твой папа, а что сказала твоя мама, а что сказала твоя мама, а что сказал твой муж там и так далее, да. Вчера у нас была тема обид, я не знаю, сказала ли я об этом вчера, вот так же пишите Берарова обиды в Ютубе, и там прям четкая проработка вообще, откуда идут обиды, и чтобы вы знали, обиды оседают в теле, если обиды на мужчину, то это... по-женски, да, оседает на женских органах. Если обида на женщину, то перекрывается горловая чакра, энергетический поток, и женщина не может реализовываться, у нее нет реализации. То есть у нас реализация у девочек в основном через, хотел сказать, через рот, через голос, как у русалочки, помните, когда она пела, у нее забрали голос и забрали ее реализацию. То есть она не могла принцу объяснить, что она... Нормально, мы русалочку, мы разбираемся. Девочки, кто у меня тут самый смелый? Ловите момент, ловите свой шанс.
ладно, давайте я не буду, если никто не хочет, тогда поедем по вашим вопросам. Значит, смотрите, я вам не рассказала две свои истории, три истории. Вчера я... Про карты я рассказала, что мне сегодня карты на голову просто свалились, буквально, вот новая колода, про которую я вообще забыла, напрочь забыла, я даже не помнила, что она у меня есть, представляете, искала батарейку, и она мне так бабах, скажи лук, по лбу стук, и она мне такая стук. А я вчера после нашего прямого эфира выехала кататься на велике, и прямо перед подъездом две секундочки встала, мне надо было там ответить на несколько чатов. И я встала на велик, чуть-чуть так облокотилась, и вот так стою. Заходит мужчина к домофону, прямо передо мной, открывает домофон. И я в этот момент на него засматриваюсь, и я вот так вот падаю назад, бубух. Короче, я упала на велик, вот так легла и лежу. Этот мужчина перед домофоном вот так повернулся, посмотрел на меня, отвернулся, продолжил дальше открывать домофон и пошел. У меня была истерика, я хотела его догнать, сказать, молодой человек, я обычно там не, так не делаю, ну, покажите, что у вас там в трусах, может, там горошек какой-то, вы точно мужик? Я вообще не врубилась, я, конечно, понимаю, что карантин, и друг к другу подходить нельзя, и, конечно, понимаю, что, ну, это все, ну, окей, рядом с тобой упала девушка, неужели ты не можешь просто подойти и подать руку? Я была в шоке, я была в шоке. В шоке. Я шла, я на велике каталась и всю дорогу думала, боже, как ты это делаешь? А вторая ситуация, я катаюсь, я такая в Оме, катаюсь, у меня дзен, я кайфую, ветер, все, я катаюсь на набережной, никого нет, пусто, 10:30, и вдруг мне девочка в чат в Инстаграм пишет, в директ. Наиля, какая у меня карта была вчера? Я говорю, господи, ты кто? Какая карта? Ты о чем? Ну, карта про мужа, вы мне сказали. Вот я угорала, просто угорала. Думаю, нет, вы прикольные, я вас обожаю. Спасибо за то, что вы со мной и идете этот путь, и что мы можем вместе развиваться, продвигаться и светить нашей планете. Это на самом деле очень важно. Давайте сегодня смотреть плюсы и минусы ситуации. То есть любой вопрос будем рассматривать с ракурса плюс и минус. Наиля, как это получается? Я думаю, что жила с нетравмированной семье, но думаю, нет обид таких глобальных. Но семейная жизнь не удалась. Вот ключевое слово здесь «думаю». Я думаю, что обид нет. Когда ты думаешь сознательно, то есть ты думаешь головой, умом. А наши все обиды сидят в бессознательном, на подсознательном уровне. Обиды нам наносятся от 3 лет до 18. То есть какое-то слово, какое-то неосторожное движение, какой-то жест, какой-то строгий взгляд, где-то неодобрение, непринятие, где-то тебя пожурили, поругали. И это оседает все на подсознании. Ты можешь иметь прекрасные отношения внешние с людьми, но на внутреннем бессознательном уровне эти обиды сидят абсолютно у всех. Мы все жертвы жертв. Нет на этой планете людей, по крайней мере, среди моих клиентов с 2003 года, сколько уже прошло, да, 17 лет, ни одного человека я не видела без детских травм. Это всегда и везде. Здесь только стоит вопрос силы духа, насколько человек прокачивает себя и свой стержень сам выстраивает, свою жизнь сам выстраивает. Либо у него, может быть, нет физических сил, а может быть, нет истинного желания души что-то делать со своей жизнью. Ну, ты же понимаешь, что очень непросто выходить из зоны комфорта. То есть, ну вот есть у человека семья, дом, работа, да? Ну вот он так по накатанной живет. Это проще, чем выходить из зоны комфорта, где-то там себе копаться, что-то там себе придумывать, где-то там себе искать какие-то причины, следствия. Зачем? Ну, у него есть, конечно, эта боль, он ее там запихивает, прячется в домашней работе.
прячется в какой-то своей деятельности, свою пустоту все время прикрывает какими-то внешними факторами. То есть очень трудно туда углубиться в себя и признаться себе, что да, у меня есть боль, да, у меня есть проблема, которую я когда-то не хотел решать. Но сейчас пришло время, потому что я так больше не могу. Я хочу быть счастливой, я хочу чувствовать свободу, я хочу чувствовать облегчение, полет души. Поверьте, вы закроете одну дверь, у вас 10 дверей откроется. Это ведь стопорит энергию, это же не дает вам прорыва и полета вперед. И мы себе, не признаваясь в этом, мы думаем, что у нас все в порядке, а на самом деле вот этот ступор есть. И если есть сфера, неважно, семейная, финансовая, сфера здоровья, сфера психологическая, эмоциональная, которая нас не устраивает, она в любом случае будет отзываться в нашем подсознании. И не факт, что если внешние отношения с мамой прекрасные, то нет на нее обид. У меня, например, отношения с мамой великолепные, но когда я стала работать со своими детскими травмами, я поняла, что у меня и на папу, и на маму есть очень много обид, связанных именно с моим мировоззрением. То есть я это вижу так, а родители делали это иначе. Ну, в общем, примерно как-то так. Как отучиться делать замечания и раздавать советы? Это травма контролера, дорогая. Делать замечания и раздавать советы. Хороший вопрос. Ну, когда мы делаем замечания, давайте вот эту ситуацию разберем. Это очень хороший вопрос, мне кажется, касается буквально каждого. Когда мы делаем замечания, мы себя априори ставим на уровень выше. То есть я умнее тебя, это в моих глазах, я умнее тебя, и мне лучше знать, как тебе жить. То есть я умнее, я мудрее, я круче, и мне лучше знать. Поэтому я смею тебе раздавать бесплатные непрошенные советы. И вообще передозировка этого всего, что я тебе еще смею делать и замечания, что это ты сделал не так или это ты сделал не так. И в этот момент человек, ну, унижая другого человека, он в своих глазах возвышает себя и самоутверждается. Ну, мне же лучше знать, что ей надо похудеть. Ну, я же ее вижу, как она поправилась, какие у нее щеки. Ну, если я ей не скажу, она же этого не увидит, понимаешь? Она же в зеркало смотрит и слепая, она же себя не видит. Я должна ей обязательно об этом сказать, обязательно. Если я ей не скажу, она так и будет жреть и жреть. Вот вообще, это моя миссия вообще привести ее в чувство. И там шарах-шарах ментально. Пощечины, и человек больше с вами не хочет общаться. Опачки, это вот так работает, ваши замечания и непрошенные советы. Поэтому каждый на своем месте, держите свои советы при себе, особенно непрошенные. А если вас просят, подумайте, а надо ли оно вам, потому что последствия этих советов не всегда могут быть благостные. Ведь человек может обидеться, если вы ему скажете ту самую правду в глаза. Может быть, он к ней не готов и вообще не хочет ее слышать, понимаете? С этим надо быть очень осторожным. Особенно так любят делать мамочки, у которых взрослые дети. Они забывают о том, что их детям уже 18+. Помните, как у меня вчера или позавчера девочка еврейская была в чате, и она написала, как мне поднять ребенку самооценку. Ну, думаю, наверное, ребенку 3-5 лет. Я говорю, а сколько лет ребенку? Она говорит, 18. Понимаете, ребенку поднять самооценку. 18. Вот так вот мы залюбливаем своих детей, забывая о том, что они уже самостоятельные, что наш ребенок уже самость. У нас вообще по еврейской традиции мальчики в 13+, а девочки в 12+, уже считаются взрослыми и самостоятельными. Поэтому я против непрошенных советов и тем более замечаний. Я на то, что если прям вот это смертельно, и вы не можете это терпеть, ну просто сказать, вот я могу тебе сказать, у меня есть одна вещь, которая меня беспокоит. Можно я тебе скажу? Ты как хочешь, хочешь делай, хочешь нет. Могу я тебе сказать? Если человек скажет, нет, мне неинтересно, не суйтесь, зачем вы лезете к нему своими непрошенными дурацкими советами. Девочки, кто хочет совет психолога, пишите, хочу совет психолога. Мы разберем ваш вопрос онлайн, используем психологический инструмент по сонастройке с картами. Сегодня у нас карты богинь, богини вам подскажут. Плюсы и минусы вашей ситуации, что прокачивать, прорабатывать и чему эта ситуация вас учит, для чего она есть в вашей жизни, согласна, спасибо. Я ответила на ваш вопрос по замечаниям, то есть мы не самоутверждаемся за счет другого человека, мы его любим, ценим, принимаем и благодарим. Все, вот он такой, нужно его понять, понять, простить, принять, понять, принять, простить, понять, простить, ну, в общем, вы поняли, ППП.
Наилюшка, привет. Я не могу жить жизнью коронавируса. Я ее не понимаю и не принимаю. Продолжаю жить, как жила. Вопрос, как мне жить дальше? Чтобы вы понимали, это моя бабушка. Ей 80 лет, и она живет в Германии. Вот это самообладание, вот это выдержка, вот это человек. Она говорит, так, если вы мне позвонили сказать про коронавирус, какое у нас правительство плохое, не звоните мне. Тебе так и продолжать жизнь, давать нам всем пример. Человек, который, несмотря на запреты и лишения по свободе, по ограничению свободы, ходила в парки, ходила в больницу проверять племянника, ходила там служить, ухаживала за ним, мыла там ему эту палату. В общем, человек 80, мне кажется, даст 20-летнему фору. Тебе продолжать так жить до 120, нас всех радовать, вдохновлять, мотивировать, чтобы мы могли брать с тебя пример и гордиться тобой, потому что 80 плюс — это вообще вау! При таком трезвом уме человек постоянно развивается, постоянно что-то она там читает, что-то она мне присылает, что-то она там у нее все время... Мне кажется, мы вообще всей семьей, ну, кроме мамы. Мама у нас такая, она такая пава, она богиня, она в оме. Мама у нас такая немножко одуванчик. А вот мы с сестрой такие вот энергичные, мы в бабулю пошли. Мощь, сила, да. Так, ну что? Ну что, дорогие мои? Первый вопрос. Ревность к лучшей подруге своего парня. Как избавиться, не знаю. Ревность к лучшей подруге парня. Ну, если бы девочка была бы со мной онлайн, я бы, конечно, поспрашивала ее. Привет, Сережа, привет, рада тебя видеть. Я бы девочку... Это карты, психологический инструмент. Это не гадание, окей? Ревность к лучшей подруге своего парня. Как избавиться? Не знаю. Ну, давайте посмотрим плюсы и минусы. Дело в том, что ревность к подруге парня, я бы вообще сказала, а почему просто нельзя сказать? Тем более, это не муж, это парень. Сказать ему, слушай, дорогой, мне вот очень не нравятся эти отношения. Я против, вот честно, я против. Я не дружу с мужчинами, давай с тобой договоримся. И ты, пожалуйста, не дружи с девушками, потому что мне это приносит боль. Мне очень больно. Я не хочу видеть, как мой мужчина уделяет любое внимание другой женщине, кроме мамы, сестры и дочки. Ну, там, бабушки, да. Не хочу, мне это больно. Я не могу на это смотреть, я, наверное, это не смогу принять. Ну, и быть готовой, если что, сказать ему «Аривидерчи». Ну, думаю, что не все к этому готовы, раз есть такой вопрос. Я прям ставлю вопрос ребром, ну, сейчас уже научилась. Раньше я такой, конечно, не была. Раньше я хавала, терпела, молчала и не просто подругу парня, блин, что я только не терпела. Но сейчас я уже большая умная девочка, я не терплю, окей? Я сразу говорю, слушай, вот мне это не подходит, я так не смогу. Давай договоримся, как мы будем это делать, давай как-то лимитированно, если это какие-то действия, давай по часам. Но чтобы не было такого, что мои права ущемляются. Как так? В смысле? Ревность к лучшей подруге. Давайте посмотрим, какой плюс для вас в этой ситуации. Даже имени вашего не знаю, но надеюсь, что вам. Плюс не уступайте, представляете? Отстаивайте то, что считаете правильным. Понятно? То, что я вам и сказала. Вот. Не уступайте, отстаивайте то, что считаете правильным. И какой минус нужно прокачать? Какой минус нужно прокачать? Девочки, кто хочет на онлайн-разбор, пишите. Хочу совет психолога. Ревность к лучшей подруге парня. Как избавиться? Какой минус нужно? Смотрите, нужно прокачать сострадание. Не думайте о себе и других плохо. Хороший у вас парень. Сфокусируйтесь на любви и свете, которые есть внутри каждого человека. Вот так. Ну, я не знаю, есть ли вы в эфире или нет, потому что это вопрос из директа, поэтому я ответила, как ответила. А если вы хотите более доскональный разбор, экспресс-консультацию, то пишите здесь в чате «Хочу совет психолога», и мы с вами... Камеру можно не показывать, телефон можно положить камерой вверх на стол, и вы можете выйти без лица. Вы можете выйти только с голой душой, без лица, только с душой. И свой голос, как у Ариэль. Так, ладно, я придуриваюсь. Я не доделываю дела до конца, хочу и не начинаю. И даже начав, не доделываю ничего до конца.
Лиса, Алиса. Ну что мне идет первое? Вам просто не хватает энергии. Вам нужно прокачать свой ресурс. У вас нет ресурса на это. То есть вы делаете, у вас хватает энергии на первые 3 шага, на первые 5 шагов. Дальше энергии нет, вам нечем дальше прокачивать и доделывать до конца. То есть смысл в наборе энергии. Как наполняться энергией? У меня есть на моем канале в Ютубе в открытом доступе видео. Называется «Где брать силы и черпать энергии». Зайдите в поиск, напишите Наиля Берарова. И найдите это видео, там часовое видео или двухчасовое видео, я уже не помню. Очень хороший тренинг был, очень хороший, где черпать силы и брать энергию. И еще нужно прокачать самооценку для того, чтобы в себя верить. То есть вот эта уверенность в себе вам и дает вот этот ресурс, когда вы понимаете, что все, за что я не возьмусь, все будет иметь лучший результат. У меня все получится лучше, чем я жду. То есть ваша психологическая установка. Лиза, Алиса, вы хотите выйти ко мне в прямой эфир или вам так вытащить карты? Давайте посмотрим минусы, что вам мешает. Просто когда вы в эфире, я могу сделать вам загрузку на эту установку и дать вам Лиса, Алиса. Вы, наверное, Алиса все-таки, да? Не Лиса, а все-таки Алиса. Вы тут, Алиса? Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, если вы тут. Так, я вас добавляю. Лиса, Алиса, Лиса. А, не Лиса, Лиса. Алиса. Ой, я же не русская, я так и читаю. Как умею, так читаю. Лиса, Алиса. Здравствуйте. Привет, Лиса, Алиса. О, даже первый раз выхожу в эфир вообще с кем-нибудь. Очень. Как так, это круто, а говоришь, волнительно, не доделываешь до конца. Волнительно очень. Вот, у меня проблема такая, у меня как бы очень много идей, у меня очень много запалов, очень много таких хотелочек, которые, ну, они реально исполнимые, то есть как бы я не хочу там сразу же, там у меня зарплата, там, например, 30 тысяч, я не хочу там Майбах или что-нибудь такое, но это реальные действия, которые я реально могла бы сделать, например, там, ну, блин, что-то купить подешевле, продать подороже, там, сказать то, что это крутое, классное, там, вот, расписать все это, потому что у меня словарного запаса на мои года, я думаю, то, что он прям очень хороший. Mm-hmm. То есть я описываю вещи очень хорошо. Но я могу все это делать только на бумажке. То есть, чтобы сделать что-то как бы действительно для людей, что-то там продать или что-нибудь еще. У меня, короче говоря, даже сил нет. У меня даже слезки вот наворачиваются. Это хорошо. Сейчас. Это очищение души. Пожалуйста, плачь, потому что если не хочешь, можешь там камеру перевернуть. Это важно. Разреши себе. Да, разреши этим чувством быть. Вот. И вот вы мне отвечали на вопрос по поводу вот наполненности, по поводу энергии. Я вот вас слушала, и у меня тоже вот это вот накатывает все. И... Это хорошо, это значит цепляет, значит я попала в боль твою, да, хорошо. Да, я согласна, то, что у меня вот именно этого не хватает, именно какой-то веры в себя. Я, с одной стороны, знаю, что у меня получится, потому что если кто-то сделал, и кто-то даже как бы с меньшими знаниями, чем я, значит, у меня-то по-любому это выйдет. Да, абсолютно вот. Точно. То есть и я с вот этой уверенности беру... И не делаю. А скажи мне, пожалуйста, а в детстве кто в тебя верил и кто не верил? У тебя полная семья? Ну, у меня семья вообще не полная, и, ну, в общем, никто в меня не верил в детстве, никто. Вот так вот. Плачь. У меня даже слезоньки. Вот смотри, это сейчас плачет твой внутренний ребенок. Я как Карл сначала. Не реви, а то сейчас тоже зареву. Не, реви, тебе это нужно сейчас, твоя душа очистится, это хорошо на самом деле. Вот, и как бы я, ну, во взрослую жизнь, грубо говоря, вот начала зарабатывать и что-нибудь еще. Не с подачи «я могу, я умею», а с подачи «да, я хреновая, но я покажу всем то, что я лучше, чем вы думаете». Вот, как-то так. То есть у меня было... То, что я докажу, то, что я не такая, как вы думаете. Вот, ну там, мне, ну, родители думали постоянно то, что я во всем виновата, я, ну, вот это вот все ужасное. Вот.
Я понимаю то, что это как бы не их вина, потому что к ним их родители так же относились. Это было Умница. такое время, Мы все 90-е, жертвы например. жертв. Это правильно, что ты понимаешь. Вот. Молодец. И Конечно. как бы и я с одной стороны и виню, и с другой стороны я понимаю то, что как бы если я сейчас буду дальше продолжать винить, то есть я виню и родителей, и себя, получается, сейчас я виню, потому что я ссылаюсь сейчас на родителей, а не как большая девочка иду как бы в свою Смотри, жизнь. дело в том, что сейчас в тебе плачет твой внутренний ребенок. Ты винишь не родителей, ты винишь свою несостоятельность сегодня. Родители это все делали неосознанно, на автомате. Ни у одного родителя нет цели. Так, этого ребенка я сделаю с травмой жертвы, а этого с травмой ригидного. Нет, они как умеют, они из своего хорошего. Что умеют, они тебе дают. Насколько умеют, как их воспитывали, так и они тебе. Абсолютно. Твой большой плюс, твой бонус в том, что ты это осознаешь, понимаешь, и что ты с этим хочешь что-то делать. Что ты понимаешь, что есть что-то не то, что мне нужно прокачать. Есть что-то, что меня не устраивает. Если удобно, сколько тебе лет? Мне 26 уже, 26, 26. понимаешь? То есть ты это осознала не в 40 плюс, не в 70 плюс. Ты осознала это сейчас для того, чтобы своих детей воспитывать со здоровой психикой, чтобы не ломать их Вот. психику. И Но я это уже давно понимаю, как бы, и поэтому я детей до, ну, не завожу, потому что я сама еще для себя ребенок. То правильно. есть я сама еще на себя так. Тукаю, тикаю, я сама в себе недовольная, Ну, грубо вначале говоря. мы лечим себя, потом из своего Да. здорового состояния мы производим детей. Значит, смотри, твой Да, внутренний да. ребенок сейчас плачет. Твой внутренний ребенок хочет поддержки, одобрения, принятия, любви безусловной, без условий, заботы, защиты, безопасности, радости. Твой внутренний ребенок сейчас вот в таком состоянии, вот так. То есть он не может Да. раскрыться, у него нет крыльев. Ты знаешь вообще, Да. что за состояние? Девочки, мы это говорим сейчас для всех. У каждой из нас есть такое состояние. Я почему за то, чтобы вы выходили в онлайн-разбор? Вот твоя одна ситуация, Алиса, поможет 100 человеком, понимаешь? То есть 100 сердец благодаря тебе мы засветим. Вот в чем самый плюс, вот в чем кайф. И когда наш внутренний ребенок внутри сидит нереализованный, у нас нет вкуса к жизни, у нас нет радости, нет удовольствия, нет кайфа. Ведь наша способность подурачиться – это состояние внутреннего ребенка. Прикалываются, юморят. Это все, у кого внутренний ребенок не зажатый. Он раскрыт, он кайфует, ему пофиг. Вот это состояние внутренней девочки. Для того, чтобы тебе прокачать свою внутреннюю девочку, ты сейчас хочешь прокачивать своего взрослого, ты не можешь, потому что ты не выросла. Твой ребенок сейчас плачет, ты не можешь сейчас вырасти до взрослого. И тебе нужно заняться, твой ресурс – это твой внутренний ребенок. У меня этот эфир тоже есть, как радовать внутреннего ребенка, там целый час, посмотришь на ютубе. Что ты можешь сделать сейчас? Мы сейчас достанем, спросим у богинь, что они тебе советуют, какой ресурс для тебя будет полезный. Что ты можешь сделать сейчас? Любое творческое занятие, которое тебя радует, рисование, рукоделие, может быть, даже приготовление, танцы, вокал, пение. Ну, я шью, я по образованию дизайнер одежды, и я как бы шью девочкам концертный костюм. Вот, Очень и это круто. меня. Очень, но тебе Да. еще надо телеску добавить, чтобы в теле у тебя есть блоки в теле, закрытость. Тебе надо немножко, вот, чтобы у тебя это из тела вышло, вот эти зажимы. Значит, первое, прокачиваем внутреннего ребенка. Второе, ищем везде моменты ситуации, где мы можем радоваться и благодарить. То есть, посмотрели фильм какой-нибудь из детства. Кстати, я недавно думала о том, что самое приятное, что может прокачать внутреннего ребенка, это фильмы и мультики из детства. Ты когда их смотришь, у тебя как будто бы твой внутренний ребенок начинает трепетать. Ну, там какие-то, вот я, например, смотрела «Русалочку», «Золушку» диснеевские. Может, у тебя есть какие-то свои фильмы? Иногда на ночь просто по 15 минут себе включай. Вот ты даже смотри, я говорю, ты улыбаешься. Тебе уже это отзывается, понимаешь?
Плюс ко всему. Но я просто вспоминаю свои там любимые, и я там сразу Вот, же. Вот. обязательно. Плюс ко всему, смотри, если ты готова, мы сейчас с тобой прям проделаем технику с папой и с мамой, вот прям онлайн. Будем брать... Я готова, Готово, вообще отлично. серьезно. Будем брать тебя за задницу и вытаскивать. Я буду плакать и течь соплями. Плачь. Ну, что делать? Это нормально. Знаешь, когда мы плачем, мы очищаемся и растем. Ты понимаешь, вот у тебя есть какая-то нереализованность, ты не знаешь, у тебя нет формулы, как ее решить, и что ты делаешь, чтобы не чувствовать боль, ты ее подавляешь. Ты ее хочу Да. опять вниз, опять вниз, опять вниз. В результате она оседает в теле, и в теле появляются спазмы. Это плохо. Тело не дышит. Поэтому нужно эту боль всегда из себя вытаскивать. Тебе задание на сегодня, найди время, не спи ночью. Тебе задание на сегодня написать 2 письма папе и маме. Это терапевтические письма. О, я уже писала, писала, Ревешь? правда. Ревешь, когда Но пишешь? когда, ну, у меня в принципе папы нет, я его не знала, поэтому я как бы ему и не писала. Очень плохо. Ты Вот, кто? но в этом году так сложились обстоятельства, то, что я его нашла по социальным сетям, то есть по фотографиям, фотки пролистала, вот. Это, конечно, для меня такой, как был бы шок, с одной стороны, но с другой стороны, шаг к себе. То есть, как бы, что бы он ни делал, по идее, я же из двух частей состою, из мамы и из папы, вот. И как бы, ну, как бы я к нему ни относилась, и какой бы фигней он ни страдал, когда я была маленькая, например, ну, это не ничего не, как сказать, в любом случае он мой отец, вот к чему я. Алиса, То есть солнце мое, другого отца у красивая меня моя не девочка, ты сейчас говоришь от было. ума, ты говоришь сознанием, ты говоришь пониманием. Вот ты это поняла, ты понимаешь, у тебя на подсознании есть травма отвергнутого, травма покинутого. Когда мы не живем с папой, либо папа умирает, либо его в детстве нет, все это подсознательная травма. Ее надо проживать для того, чтобы строить правильные отношения с мужчинами. Иначе такой же мужчина притягивается, который вечно будет бросать. Ну, вечно обижать, понимаешь? Чтобы у мужчины было к Да. тебе не отношение как к брошенному ребенку, а как к королеве, как к богине, как к самости. Ну, вообще, у меня, да, вот так вот. То есть я всегда ставлю, ну, себя на такое место, ну, вот именно в отношении с мужчиной. Я, конечно, не знаю, как правильно, вот. Но я из любви к себе. Вот если я себя люблю, вот ты ко мне должен именно так относиться. И тогда я тоже с отношений, ну, из любви к себе к тебе буду также относиться. То есть у меня вот такая ситуация. А так у меня, ну, к отцу я даже вообще не представляю, как жить с отцом, вот, грубо говоря. Ну, для меня это настолько дико прям. Вот. Я не Вот знаю, что смотри, это. Алис, ты меня услышь и напиши Да. сегодня 2 письма. Причем папе ты пиши с темой, что я понимаю, что ты меня бросил, и в какой-то момент, может быть, ты не мог и не хотел со мной общаться. Но я знаю и ощущаю, что ты меня где-то глубоко на уровне душ очень сильно любил. Я тебя прощаю, и ты меня, пожалуйста, за это прости. Понимаешь? Чтобы у тебя к папе, у вас есть энергетическая связь, сейчас она вот такая, потому что твоя боль, может быть, у него тоже есть, но нас это не интересует, твоя боль не дает этой энергии течь свободно и ровно. Ты когда пропишешь, ты эту боль высвободишь из своего сердца. Сейчас чуть-чуть это подавлено внизу. Просто напиши папе и маме все, что ты думаешь. Вот просто потоковое письмо. Сядешь, у тебя уже на 5-7 предложение пойдет уже программа из подсознания. Зажги свечу и просто вот пиши все, что ты хочешь, пиши в любви признание. Вот как пойдет, отпусти, не думай, не перечитывай и уничтожь. Хотя бы один раз это сделай. Вообще, я тебе советую делать столько раз терапию, хотя бы 40 дней, пока у тебя не отпустят, пока ты сядешь, тебе нечего будет писать. То есть такая села и не знаешь, что писать. Окей? Да. Карт, Я да. написала письмо маме, но вы говорите про маме письмо. Я написала, по-моему, 5 листов А4, стоя с другой стороны. И у меня прям как огромный такой булыжник взял, как будто и А скалы теперь нашей. представь себе, если ты напишешь так каждый день 40 дней, ты вообще свою душу очистишь, ты будешь заново рожденная.
Это очень хорошая техника. Почему? Потому что у нас чувства собираются в сердечном центре, и когда мы пишем, мы через руку сливаем на бумагу чернилами свои негативные эмоции. Это прям вот на физике мы опустошаем свой сосуд души. Это очень хорошая техника. Услышь. Потом пересмотри эфир, и тебе немножко зайдет иначе, знаешь? Теперь смотри, на 3 секундочки закрой глазки, представь себе папу, маму. Я тебе скажу слова, ты повторяй за мной, но если тебе не заходит, не говори. То есть говори то, что идет от твоей души, поняла? Да, поняла? Хорошо. Закрывай глаза, с мамой поговорим. Угу. Дорогая моя мамочка. Дорогая моя мамочка. Я люблю и принимаю тебя такой, какая ты есть. Я люблю и принимаю тебя такой, какая ты есть. Верно ведь? Абсолютно. Я прощаю тебя. Я прощаю тебя. За то, что мне когда-то не нравилось. За то, что мне когда-то не нравилось. И ты прости меня, если я тебя мучила, обижала и не слушалась. И ты прости меня за то, что я мучила, обижала и не слушалась. Теперь я твоя дочь, а ты моя мама. Теперь я твоя дочь, а ты моя мама. Ты даешь ресурс, а я благодарно принимаю. Мне тяжело, прям вот именно вот это вот тяжело очень сказать. Скажи, ты даешь, а я принимаю. Ты даешь мне ресурс, а я принимаю. Я в полном, тотальном принятии. Я в полном, тотальном принятии. Дыши. У меня слезы прям льются рекой. У тебя перекрыто это, перекрыто. Глаза не открывай, побудь в этом еще. У тебя перекрыто, ты не можешь реализоваться, потому что у тебя нет энергии. Дерево не питают корни. Корни — это папа с мамой. Корни от тебя отшиблены где-то. Ты как бы дерево сама по себе. Ты можешь еще говорить? Да-да-да, могу. Нормально? Довела ребенка, блин. Тварь божья, понимаешь, что за психолог? Я же сама согласилась, сама. И вы же мне хотите помочь. Да, маза. Верно ведь? И я реву, блин, да я сейчас зареву там. Не пишите мне эти смски тут, ревут они. Ну, у меня прям вот... С принятием что-то от мамы, это очень прям сложно. Я даже там, я не знаю, лишних 100 рублей. Забудь про это. Тебе надо на энергетическом уровне. Вообще забудь про физику. Ничего ни с кем не делай. Ничего ни с кем не обговаривай. Тебе нужно энергетику восстановить. Нет восстановления, нет здорового баланса энергии. Понимаешь? Энергии идут вот так. Вот так. Вот так. А должны идти вот так. Понимаешь ты? Нету этого. Да. У тебя, я тебе еще раз объясняю, вот есть корни, вот есть дерево. У тебя корни дерево не питают. Ты сама по себе там как-то пытаешься, а плодов нет, корней нет, плодов нет. Какие реализации ты хочешь? У тебя корни, мама и папа это ресурс. У тебя и с мамой непонятно, и с папой непонятно. Где тебе ребенку, который вот так, брать ресурс, расскажи мне. Ну, где-то, наверное. Нет такого, нет. Где-то, смотри, тебе необходимо сейчас на энергетическом уровне восстановить баланс с папой и с мамой. Закрывай глаза, дальше работаем. Давайте. Мама, я благодарю тебя. Мама, я благодарю тебя. Отныне я всегда благодарно принимаю от тебя ресурс. Отныне я всегда принимаю от тебя благодарно ресурс. Ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Ты мне мать, а я тебе дочь. Ты мне мать, а я тебе дочь. Ты даешь, а я беру. Ты даешь, а я беру. Я умею принимать благодарно. Скажи, я хочу научиться принимать. Я умею принимать благодарно. И я буду учиться принимать благодарно. Я буду учиться принимать благодарно. Теперь папу. Вдох-выдох, вдох-выдох.
Ну, давайте. Давай-давай, нужно это сделать. Раз ты вышла в эфир, давай проработаем. Чего, не Ну, лямки да. строчить? Давай-давай. Потом пересмотришь, ты можешь это, кстати, тоже в письме написать. Просто себе взять за шаблон, знаешь, и работать с этим. Закрывайте. Дорогой мой папочка, Дорогой мой папочка, я тебя вижу и уважаю. Я тебя вижу и уважаю. Я принимаю твой выбор. Я принимаю твой выбор. Я знаю, что ты бросил меня неосознанно. Я знаю, что ты бросил меня неосознанно. Отныне я возвращаю себе отцовские энергии. Отныне я возвращаю себе отцовские энергии. Я больше не перепутаю. Я больше не перепутаю. Теперь ты папа, а я твоя дочь. Ну, давайте. Теперь ты папа, а я твоя дочь. Ты даешь, а я беру. Ты даешь, а я беру. Ты корни, а я плодородное дерево. Ты корни, а я плодородное дерево. Я благодарна принимаю все твои энергии. Я благодарна принимаю все твои энергии. Прощаю тебя, и ты прости меня. Прощаю тебя, и ты прости меня. Люблю любым, безусловно. Люблю любым, безусловно. Скажи еще раз, я люблю тебя без условий. Я люблю тебя без условий. Дыши. Скажи три раза благодарю, благодарю, благодарю и потихонечку выходи, возвращайся. Благодарю, благодарю, благодарю. Поздравляю тебя, Алисочка, ты молодец. Достаю карту, которую... Давай карту минуса. Вот смотри, карта минуса – это, наверное, что тебе мешает, что тебе не достает. Водоем и богиня Сулис. Проведите время у воды, например, на берегу озера, реки, океана, чтобы перезарядить батарейки. Я тебе предлагаю принимать ванны ежедневно. Я их называю ванны Афродиты. Ты прям залез... Но только в хорошем настроении. Если ревешь, в ванную не лезь. Внешняя вода заряжает внутреннюю воду. Ты прям погружаешься в эту воду и себе вот все представляешь. Ты богатая, желанная, сексуальная, у тебя все есть. У тебя там толпы мужчин, у тебя энергии текут, бабочки тебе там, бабки, в смысле, текут, ты купаешься в деньгах. Ну, то есть ты вот в ванную 10-15 минут в кайфах, поняла? Кайфуешь. Это будет тоже как набор энергии. То есть прокачиваем мы воду, ты поняла? У реки можешь прогуливать. То есть ванную как в другую, как скажем, реальность, в более лучшую, в ту, в которую я хотела бы для себя, вот. Верно? Абсолютно. И плюс, для чего нам эта ситуация? Смотрим. Руководство детьми для продолжения рода, Алиса. У вас дар помощника, советчика и целителя детей. Как можно скорее поставьте его на службу. То есть тебе необходимо исцелить своего ребенка для того, чтобы он дальше тебе служил. Понятно, чтобы он тебе дальше дал ресурс. Твоя реализация – это твой внутренний ребенок. Поняла? И вопросы с папой, с мамой. Это да, я поняла. И с детьми у меня очень хорошо, только не со своими. Ну, подожди пока. Я имею в виду то, что я могу им, вот так же, как вы мне сейчас там объясняете что-то про меня, вот. И я также как бы могу детям объяснять какие-то моменты, которые их волнуют, а родители им не могут объяснить. Супер, это твоя сверхспособность, между прочим. Вот. Не хватает кому-то слов. Это супер, это очень супер. Алиса, тебе спасибо большое. Я надеюсь, я ответила на твой вопрос. Надеюсь, хоть чуть-чуть смогла тебе помочь и засветить. Я вам очень благодарна. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. Обнимаю. Пока-пока. Молодец, что позвонила. Давай. Ой, у меня что не разбор, то просто вау-эффект. Тут какие девочки у меня? Одна лучше другой. А знаете, подобное притягивается к подобному. Это мне комплимент. Ой, какая хорошая. Такая лялечка вообще сладкая. Сладкая. Хочу совет психолога. Так, пишите. Ну, у нас, правда, осталось 7 минут. Быстро, если сможете вопрос задать, я вас разберу. Спасибо за ответ. Я, чтобы меня не боялись,
ни с кем не общаюсь, вернее, общаюсь. Ну да, и люди шугаются. Вчера ко мне подошел какой-то дедушка, что-то там рассказывал. Я ближе подошла, мне такой, стой там, стой там. Я без маски была. Ага, Ольга, ты готова? Я звоню тебе. Вернее, общаюсь только сама с собой. Классно про мультики, да, хочу совет. Ольга, ты готова? Напиши «да», и я тебе звоню. Сформулирую пока быстро, коротко, конкретно свой вопрос, я тебе звоню. Спасибо, думаю, многим помогла запрос, помог запрос Алисы, да. Молодцы, хороший эфир. Интересно, как это в бане правильно сделать, ввиду воду прокачать, если в ванной нет только душ. У меня тоже только душ и баня, я пользуюсь тазиком для ног. Так, Оля у нас на связи. Давай, Оленька, попробуем, звоню тебе. Я думаю, мы успеем. 6 минут у нас. Сейчас мы быстро, прям быстро. Это прям будет экспресс. Привет! 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 Как дела? Привет! Слышно меня? Тебя слышно, но, видать, не видно, так задумано, да? Я хотела спросить, как прокачать достоинство. Твои достоинства? Достоинство вообще, самоценность. Вот с самого детства нет ощущения достоинства, ощущения, что хуже всех, страшнее всех, глупее всех. Супер, супер вопрос. Смотри, самая первая тебе рекомендация. На моем канале в Ютубе есть 3 видео по самооценке и есть видео «Чувство собственного достоинства», ЧСД, так и называется. Я прям там поэтапно говорю алгоритм решения, как прокачать чувство собственного достоинства. Прямо вот для тебя, наверное, писала. Сейчас посмотрим, что тебе мешает, какой минус. Мать-Земля, вы призваны оказывать помощь в защите окружающей Земли. Сейчас, подожди, я посмотрю, что это означает, что тебе мешает, да, что нам нужно прокачать. Мать-Земля. Что-то я не очень поняла. Сейчас. Видео ты запомнила, да? Обязательно просмотри. Так. Ваше жизненное предназначение включает заботу об окружающей среде. Используйте экологически безопасные товары. Практикуйте раздельный сбор бытовых отходов. Какой-то, честно говоря, не очень. Это про тебя? Мне кажется, мы прям не попали. Запишитесь в экологическую организацию, пропагандируйте их идею охраны окружающей среды. Я предлагаю окружающую среду заменить своей душой. Ваше жизненное предназначение включает заботу о своей душе. Используйте экологически безопасные методы заботы. Практикуйте раздельный, запишитесь в экологическую организацию ты поняла, на Ютубе тебе надо посмотреть. Не знаю, какая-то карта непонятная. Ну, Наиля, еще раз название в Ютубе. Чувство собственного достоинства и эфиры по самооценке. ЧСД. Чувство собственного достоинства. ЧСД. Угу. И плюсы для тебя. Неограниченные поставки. Вы полностью обеспечены на сегодня и все последующие дни. То есть по факту у тебя есть все, что тебе необходимо. Вы полностью обеспечены по факту. То есть у тебя, в принципе, все есть. Тебе просто надо взять и сделать, взять и прокачать. Не беспокойтесь о будущем. У вас всегда будет всего достаточно. Ваши потребности всегда будут удовлетворяться. Проводите больше времени в воде. Плавайте, развлекайтесь. Переселитесь на берег моря на какое-то время. Плавайте, ходите по берегу, занимайтесь серфингом. Не жалейте времени и денег на проекты по защите воды. Что-то у тебя сегодня с экологией, не знаю. А ты занимаешься чем-то таким? Нет. Мне кажется, они уже прикалываются там над нами. Да ты задолбала уже нас тасовать, отстань уже. В общем, Оля, смотри, тебе на самом деле, я думаю, что с самооценкой, с чувством собственного достоинства, с уверенностью в себе, там у меня очень много эфиров, включай на убыстренку, ну там, я не знаю, на 1.25 скорость, на 1.5, и прям вот подряд смотри, ты прокачаешься. Ага, спасибо, эфиру. Спасибо большое. Пожалуйста. Мне, наверное... Да. Говори. Ага, я думаю, у меня не видно телефон, у меня, наверное, только я включила, сел, поэтому не видно. Наверное, тебя не видно, но в следующий раз, я надеюсь, увидим. Спасибо большое. Тебе спасибо. Спасибо, дорогая, обнимаю, благодарю, спасибо. Взаимно. Пока-пока.
Девочки, я вас благодарю всех, кто присутствовал. Это он меня, я за экологию. Видишь, это все карты твою информацию несут. Точно, я не скинула, наверное. Добрый вечер, наше солнышко Наиля. Девочки, остался один минут. Спасибо всем, кто сегодня был. Алиса, тебе особенное спасибо, что ты позволила себе открыться, довериться мне и пространству, и картам, и что ты настолько сильная, что ты решила посмотреть свои боли в глаза. Это действительно... Ну, это большой шаг, это очень тяжело и непросто, и не каждому дано вот так посмотреть в лицо свои боли и проблемы. Я вас обнимаю солнцем, грею вас любовью. До завтра, встречаемся завтра в 19:00. Спасибо, что вы у меня есть, спасибо каждой, я целую ваши души и благословляю ваш день на то, чтобы у вас получались лучшие результаты. Пока-пока.